В прошлом году мне посчастливилось познакомиться с дедом-атлетом с Киевского гидропарка, который в 71 год показывает нереальное владение своим телом. Но в Калининграде мы нашли еще одного уникального человека. Это бабушка. Ей 72 года, и она... нереально писать словами. Короче, просто смотрим это видео. Потихоньку отпускайтесь просто. Если не быстро, а потихоньку. Чуть-чуть. Ага. Хотя просто повисеть.